А вот я тут с Аринной писал «Хвала непечатной терминологии». Но я не ругал матом здесь, просто я сказал, что я, когда это хорошо, когда это кстати, меня это не коробит. Ну, мне это нормально. И академик Йоффе, и Курчатов, вступая в диспуты довольно бурные, труды свои научные печатов, вводили часто слово нецензурное. И Жорж Бизе, и Людвиг Бетховен, и даже сам великий Ростропович, который был безудержно духовен, ругался, как Добрыня и Попович. Сказать, ну это точно, мне его ученики рассказывают. Я как только работал в такси, то мне иногда пару раз я видел своих учеников, которые американцы говорили по-русски. Он себе по-русски говорил, поэтому они научились по-русски. И неплохо. Сказать по чести, так от сих великих не отстаю ни сколечко и я. И очень часто в выражениях диких ругаюсь, будто Муромец Илья. И Ларион, и Михаил Ларионович Кутузов спал на совете в филях ясным днем. А чуть проснется, все кричит: французов, давайте-ка, ребята, И вместо дидактической морали скажу вам честно, прямо и в лицо, я не люблю, послушай, постарали, предпочитаю смачное словцо.